Если вы еще не думали о том, что подарить родным на Новый год или, например, как одеться в новогоднюю ночь, мы попробуем сегодня направить ваши мысли в нужном направлении. Народное качество в эфире. Всем здравствуйте! Как говорила героиня одного анекдота, хорошо было в детстве, мишурой обмотался, под елочку залез, мандаринку скушал, и ты в сказке. А сейчас уже не знаешь, куда залезть и что съесть, чтобы хотя бы новогоднее настроение появилось. И в самом деле, в детстве, чтобы возникло чувство радости, достаточно надувного шарика или конфетки. Современные детские магазины предлагают множество вариантов, чтобы будни ребенка были праздником. Не упускайте возможности побаловать свое чадо, ведь дети быстро растут. Самый детский магазин – настоящая находка для родителей. Выбор одежды, кроватки, коляски и всего, что так необходимо малышу в первый год его жизни – задача непростая. В самом детском магазине гармонично соседствуют десятки видов товаров. Гардероб малыша, распашонки, ползунки, чепчики, носочки дополним пеленками, одеялом и подушкой ручной работы. Кроватку украсим текстильными бортиками и повесим музыкальный мобиль. Тем, кто еще только готовится стать родителями, придутся по вкусу конверты на выписку. От роскошных кружевных до более практичных и устройства для переноски малюток. Порадуйте себя и малыша перед новогодними каникулами новой коляской-санями фирмы «Ника Kids». На это чудо российского производства сегодня действуют скидки. В самый разгар сезона для своих покупателей такое мог устроить только самый детский магазин. Для зимы подберем комбинезоны, куртки с утеплителем из шерсти и синтепона, на крещение или смотрины нарядные костюмы, платьица и милейшую обувочку. Не забудьте про первый трон для принца или принцессы. Ваш малыш будет с радостью стучать ложкой в собственном стульчике, выполненном по европейским стандартам. Для тех, кто делает первые шаги, большой выбор ходунков, прыгунков и подвесных качелей. Ваш карапуз бессвязно лопочет, тогда вам пригодятся игрушки, развивающие моторику пальцев и, как следствие, речь. Деревянные пирамидки, юлы, конструкторы в самом детском магазине представлены на любой вкус. Огромен и ассортимент средств для гигиены и купания. Вы идете в магазин за новой детской бутылочкой или подгузниками, можем смело вас заверить, из самого детского магазина вы налегке не уйдете. Но уж точно отметите эстетичность и компактность комодов, пеленальных столиков и шкафов. Есть услуга доставки мебели под заказ. Все товары исключительно отечественного производства, как правило, отобранные на выставках. Не знаете, чем порадовать родителей ребенка на Новый год? Подарочный сертификат от самого детского магазина будет в самый раз. Обустроить детскую просто. Одеть малыша приятно, когда есть самый детский магазин. Торговый центр «Артлюкс», второй этаж. Мы говорим «Новый год», подразумеваем «праздник». Говорим «праздник», подразумеваем «Новый год». Иначе быть не может, ведь уже через 3 недели в 12 часов ночи куранты по традиции известят о начале 2017 года. Так что самое время подумать о важном моменте. Что надеть по этому случаю? Помните, как говорят? Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Попасть в модное яблочко сложно, однако в бутике женской одежды Blackberry это не составит особого труда. Уже не первый год здесь помогают покупательницам, не изменяя собственному стилю, одеваться по новомодным тенденциям. Утепленные туники, кожаные цветные брюки, бархатные юбки и асимметричные боди, разнообразные принты, интересные модели. Blackberry предлагает модницам одежду в стиле последних подиумных коллекций. Коктейльные платья и юбки, украшенные стразами и пайетками, более чем уместны в новогодние праздники. Шифон, кружево, кожа и бархат. Что еще может придать одежде лоск и стиль? Только аксессуары. Серьги, колье, броши. Законченности образу добавят сумки и обувь. Сапоги, чулки все еще на пике популярности и ждут вас в бутике Blackberry. Подчеркните свои достоинства. Будьте самыми красивыми вместе с Blackberry. Торговый центр «Авиатор», бутик 411. Одежда и мейкап для большинства женщин играют главную роль в составлении праздничного или торжественного образа. А новогодний вечер и вовсе располагает к экспериментам. Давайте посмотрим, какие советы дают стилисты и какие модные направления в нанесении макияжа сегодня актуальны.
красивый, грамотно выполненный макияж может совершенно изменить внешность. Визажисты всего мира последнее время склоняются к естественной красоте, чистой коже. Чтобы в новогоднюю ночь ваше лицо сияло молодостью и здоровьем, уделите себе хотя бы неделю до праздничной вечеринки. Легкая диета, очищающие процедуры и питательные маски для кожи подготовят ваше лицо к вечернему макияжу. Новый 2017 год идет под знаком огненного красного петуха. Поэтому в тенях и помаде появляются яркие красные и огненные цвета. В такую чудесную ночь можно примерить на себя образ, о котором давно мечтали, но не решались попробовать. Петух любит золото и блеск, поэтому модный мейкап предполагает использование сияющей пудры, мерцающих теней и перламутра, а также сверкающих камней и блесток. Оформление бровей требует аккуратности. Визажисты придумали новый способ макияжа – дуга под бровью. Смотрится это оригинально и вполне может быть использовано как макияж на Новый год 2017. Самое большое внимание уделите макияжу глаз. В таинственном мерцании огоньков и блеске мишуры пусть ваши глаза светятся счастьем и красотой. В этом году популярны дымчатые и кошачьи глаза. Этот эффект достигается тенями и подводкой. Стрелки в новогоднюю ночь могут быть какими угодно, в зависимости от вашей фантазии. Их рисуют карандашом или жидкими подводками. Новогодний макияж предполагает цветные подводки, которыми рисуются различные узоры не только на веках, но даже на висках. Можете не останавливать свою фантазию. Петуху понравится ваше стремление встретить его в блеске и сверкании. Важно, чтобы макияж сочетался с маникюром и другими элементами вашего новогоднего образа. Лишний вес в обычной жизни беспокоит, но как-то второстепенно. А вот перед праздниками это обстоятельство становится проблемой, решить которую необходимо любым способом, независимо от имеющегося в запасе времени. Можно ли похудеть перед Новым годом, занимаясь спортом и не ограничивая себя в питании? Вопрос, конечно, спорный. Если тело достаточно тренированное и вы лишь слегка распустились в последнее время, то да. Вес, копившийся годами, одной физической активностью не победить. Но ускорить процесс похудения, занятия фитнесом или посильным видом спорта могут очень хорошо. Закрытый спортивный клуб – не привилегия избранных, а услуги, доступные каждому. Если вы цените индивидуальный подход и свободу передвижения, загляните в «Тонус Клуб» 4 сезона. Просторные помещения и минимум участников в группе. Организаторы уверены, что на тренировках должно быть комфортно, как дома. Уникальность наших тренажеров состоит в том, что они изодинамические, на них отсутствует отягощение. Благодаря этому человек с любыми возможностями может заниматься и тренироваться. Тренерский состав «Тонус клуба» поддерживает дружественную атмосферу и учитывает индивидуальные особенности каждого гостя. Эффект от групповых тренировок усиливают современные технологии. Единственные в городе вакуумный степ-тренажер и виброплатформа помогают быстро подтянуть тело и избавиться от целлюлита. Еще одна полезная и эффективная процедура – прессотерапия. Вступайте в «Тонус клуб» 4 сезона, и эти средства будут работать на благо вашего здоровья и красоты. «Тонус клуб» 4 сезона. Дом красивого тела. В условиях нашего климата куртка – незаменимый элемент гардероба. А правильно подобранная модель позволит чувствовать себя уверенно и комфортно на протяжении всего сезона холодов. У большинства из нас динамичный распорядок дня, поэтому куртка должна быть удобной, прочной и не стесняющей движений. И прямо сейчас мы расскажем о том, какие куртки предпочитают артемовские мужчины. Зима – отличный повод принарядиться. Бутик «Персона сезона» доказывает, верхняя одежда может быть не только теплой и модной, но и качественной. Любой, заглянув в этот мужской рай, не останется равнодушным к многообразию моделей, фасонов и цветовой гамме. Осенне-зимние московские пальто из кашемира – тренд сезона. Комбинированные с отстегивающимся подкладом можно носить в демисезон и холода. Обратите внимание на легкие и компактные модели курток производства «Гонконг». Выбирают их в основном автолюбители из-за невесомости и непродуманности. «Персона сезона» предлагает более 100 моделей пуховиков, в том числе сшитых по новейшим технологиям климат-контроля. Они сохраняют тепло, поддерживают баланс влажности. Хит продаж уже не первый сезон – канадская модель пуховика. В качестве наполнителя используется уникальный утеплитель нового поколения Tensulate. Производитель гарантирует морозоустойчивость изделия при температуре до минус 50 градусов. «Персона сезона» приглашает ценителей турецких изделий класса премиум. Куртки из кожи ягненка с овчиной, натуральной
натуральным пуховым наполнителем и воротниками из меха волка или бобра сделают ваш образ солидным и стильным, а кроме того, защитят от суровых морозов не одну зиму. Молодежные парки, спортивные куртки, эксклюзивные кожаные полупальто на любой возраст и размер. Ваш индивидуальный образ подчеркнут также и предметы одежды прет-а-порте. Кашемировые рубашки на повседневную носку, шелковые для праздничного выхода, джемперы-водолазки, молодежные джинсы производства Турции и брюки строгого кроя. Подбираете костюм для торжества или на каждый день, персона сезона гарантирует индивидуальность. Деловые костюмы из итальянских тканей по европейским лекалам. Широкий размерный ряд, регулярно пополняющийся ассортимент магазина. Персона сезона – ваш оригинальный стиль. Одевайтесь со вкусом и лоском. Приходите, вас ждут новогодние скидки. Торговый центр «Городской», первый этаж, бутик 112. Нередко мы, покупая обувь, руководствуемся только ее внешним видом. Нам важно, насколько она привлекательная и модная. А ведь к выбору обуви надо подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. Некачественные или просто неподходящие туфли способны омрачить жизнь мелкими, но досадными неприятностями. Например, мозолями. Но помимо этого могут возникнуть и куда более серьезные проблемы. Заболевания вен, суставов, мышц и даже позвоночника. Поэтому два главных правила выбора обуви очень просты. Не экономить и отказаться от красивых, но неудобных туфель. Подбирая обувь для новогодней вечеринки, остановите свой выбор на той, что способна выдержать танцевальный марафон. Обувь – это визитная карточка человека, и она должна быть практичной. Такие изделия следует покупать в специализированных магазинах, таких как «Таларис». В сети магазинов «Таларис» уже более 10 лет представлены обувные изделия российских и европейских брендов – Франческо Донни, Рикер, Ральф Рингер и других. Обувь, приобретенная в «Таларис», отличается превосходным качеством, красивым дизайном, повышенной комфортностью, высокой прочностью и удобными колодками. «Таларис» предлагает новую зимнюю коллекцию женской, мужской и спортивной обуви. Ассортимент и разнообразие моделей впечатляет. Сапоги, полусапожки, ботфорты, уги, армейские ботинки, полуботинки дерби, ботильоны, ботинки тимберленды, туфли на любой сезон. Здесь обувь из натуральной кожи, прочные обноски и сохраняющая тепло в зимние холода. Привлекательная и приятная на ощупь обувь из замши. А модные женские сумки, мужские портфели и барсетки дополнят ваш образ и поднимут настроение. Предоставляется обувь в рассрочку, действуют скидки. Сеть обувных магазинов «Таларис», торговый центр «Авиатор», бутик номер 402. Торговый центр «Городской», бутик номер 101. Как видите, вариантов порадовать себя и родных людей множество. Примерно через неделю начнется ажиотаж. Часть горожан в поисках подарков вольется в массовый шопинг. Не хотите суеты? Отправляйтесь за подарками уже сегодня. И главное, не забывайте каждый четверг смотреть программу «Народное качество» в эфире телеканала «Артем ТВ». Увидимся, до встречи!